Москве очень много какой-нибудь фрик, чувак, и с ним нормальная девчонка, то есть, да, там уже. Нет, тут смотри, вопрос твоего самоощущения. То есть, если ты внутри считаешь себя там, ну, там, красивым, ну, если ты думаешь, это важно, там, или нормальным каким-то там, то, ну, блядь, исключительно вопрос. Ты не видел это, моего этого, там, из прошлой жизни товарища Гочу Кверикашвили? Такой маленький, короче, пухленький грузин, бородатый, то есть, ну, как, он не урод, но он, блядь, точно не Ален Делон, я тебе скажу так. Но там просто, блин, не знаю, бабы, ну, то есть он вот так вот их отпихивал, они опять как комары на него, понимаешь? То есть тут вопрос-то не во внешке. И это просто, знаешь, одна из очень удобных и примитивных, кстати, один из способов объяснить себе какие-то неудачи с женщинами. И то есть ты думаешь, у тебя где-то, то есть у тебя что-то не получается, может даже потому, что ты не делаешь. Ну, я сейчас говорю про любого человека. И ты начинаешь искать какие-то объяснения себе, почему. Потому что, наверное, я некрасивый, потому что так проще, понимаешь? Грубо говоря, если ты сейчас сам себе скажешь, что я некрасивый, ну что ты сделаешь с этим? Мы, правда, живем в век медицины, да, там, пластической. Но по большому счету ты с этим ничего не сделаешь, чтобы все, блядь, пиздец. То есть это такая железная отмазка на всю жизнь, можно тебе ничего не делать. Ты не представляешь, какие уроды к нам на практику приходят? Ну, кто был на практике, видел разных людей, то есть согласитесь, то есть там, блядь, кто видел этого чувака в женской шапке? Это, ну, он не в вашем потоке был? Ну, как бы он не урод, но я имею в виду, что в плане того, что человек одет был в женскую шапку, блядь, извините, то есть, ну, ну, ему так нравилось ходить. Короче, ты гонишь. Я могу с тобой поспорить, что если мы с тобой сейчас пройдемся и, ну, как бы вместе будем подходить, то есть я тебе буду говорить, пойдем к этим, пойдем к этим, пойдем к этим, ты за вечер там, ну, полностью, блядь, пересмотришь свое мнение. Здорово, у меня для тебя шикарная новость. Ты наверняка слышал про наш тренинг «Практика», ну, ты не мог о нем не слышать, если смотришь мой канал. Фишка в чем, что сейчас только единственный раз в жизни у тебя появилась возможность, уникальная возможность пройти его в онлайн-формате. То есть параллельно с тренингом офлайн с живым, на который приезжают люди из разных-разных городов, мы будем проводить это мероприятие еще и в онлайне. То есть в чем его фишка, в чем его плюсы? Значит, первое, жесткая дисциплина и строгий график. То есть онлайн-вещание, онлайн-трансляция будет полностью привязана к живому тренингу. И будет проходить полностью в соответствии с живым. Значит, 3-6 сентября мы проведем практику в онлайне. Значит, что там будет? Ответы на вопросы и обратная связь. Я в конце расскажу, как это все проходит. Отдельный чат для онлайн-участников. Полный комплект теоретического материала. То есть те, кто приходит к нам на практику на живую, мы им в качестве, скажем, теории выдаем определенный пул видео. То есть ты здесь получишь их также в подарок к участию к этому тренингу. То есть комплект материалов в теории стоит отдельно около 50 тысяч рублей, ты получишь его бесплатно. Что туда входит? Значит, 4 теоретических видео по 1.5 часа, запись тренинга «Легкие знакомства как привычка», 2 диска по свиданиям, свидание «Уровень Бог» и «Твое идеальное свидание», флешка «Практика», где мы сами вместе с моей командой сделали все задания тренинга, выполнили их, сняли на скрытую камеру, показали тебе, как это делается. То есть только ты смотришь, повторяешь за нами, следующее упражнение то же самое. Ты получаешь результат незамедлительно. Туда входят книжки, онлайн-тренинг по онлайн-знакомствам в сайтах знакомств и куча всего. Сам факт, что все эти материалы ты получишь абсолютно бесплатно в подарок. По сути дела, это та же самая практика с единственным отличием – практиковаться и делать задание ты будешь самостоятельно. Но стоит она всего 7000 рублей. Плюс всех участников этого онлайн-формата тренинга практики ожидает розыгрыш живого одного места на следующую практику в Москве, живого участия. То есть мы это место разыграем. Ну и, собственно, как все будет проходить. Значит, смотри, как это проходит. Мы на практике собираемся в зале 12 часов дня в четверг, 3 сентября. То есть идет определенная вводная часть, около 2 часов. Дальше мы идем в поля. Это первый день. Второй, третий и четвертый, все последующие дни выглядят так. С 11 часов утра в районе 2.5 часов будет вещание, онлайн-трансляция. Мы будем в зале разбирать каждого человека персонально. Мы будем отвечать на твои вопросы, если ты сидишь в онлайне где-то в любой точке мира.
Дальше мы даем задание. Мы с ребятами на живой практике идем и делаем это вместе с ними. Ты делаешь это у себя в городе. Возможно, находишь там себе какого-то кореша и так далее. То есть, но ты делаешь это самостоятельно. Вечером в 18 часов мы все возвращаемся в зал, трансляция возобновляется. И еще 2 часа мы проводим индивидуальные и общие разборы, также даем задания и будем внимательно читать твои вопросы из чата и отвечать на эти вопросы тебе, разбирать тебя дистанционно. И так вплоть до воскресенья до вечера. То есть фактически тот же самый формат, кроме того, что здесь придется практику делать самостоятельно. Конечно, люди на живые мероприятия едут именно за тем, чтобы им помогли. Но если ты хочешь попробовать свои силы, в любом случае ты уже подвинешься на какой-то уровень выше, это однозначно. То ты можешь вписаться в онлайн-формат. Это уникальное мероприятие, проводим только один раз. Ссылка для записи в этот онлайн-формат здесь, под этим видео. Количество мест в группе в онлайне будет ограничено. Если ты все-таки надумал на живой формат, то также там можешь туда записаться. Итак, онлайн-участие в практике. Ждем только тебя. Пока. Ну, тем более, понимаешь, то есть как бы для мужика красота – это вообще не самое главное качество. У меня есть такой товарищ знакомый, он, как все всегда говорили, но я думаю, ну да, он не урод. То есть он очень красивый, типа такой там борода, он там ее все время чешет, то есть ну и что. То есть он смотрит и в магазине и думает, ему чай или кофе купить, он 10 минут может стоять, сомнениями мучиться. То есть он не может принять решение вот в таком формате, понимаешь, не то что в глобальном. И у него жена такая, блядь, ну как бы вот их тандем такой, то есть как бы там она и за себя, и за него, но она такая, а он для красоты, как, блядь, торшер. То есть, ну я к тому, что он красивый, и что, это его спасло? Короче, не гони. Ну, это как и комплекс какой-то, понимаешь? То есть, вот, допустим, там, интеллект, какая-то харизма, красота, умение общаться, какая-то там, то есть, внутренние какие-то черты характера, там, умение там, взять на себя ответственность, ну, какие-то такие нормальные мужские качества. Ну, опять же, там, скажем, яйца определенные, потому что ты вот, у нас дофига таких приезжает, красавчиков, я их называю супермен, вот, и он деревянный, понимаешь? То есть ты на него смотришь, думаешь, бля, был бы я тёлка, я бы сейчас уже сразу вот так вот задом к нему подходил вот и терся. То есть он просто деревянный. То есть ему его красота никак не помогает. Ты говоришь, вон, пойдем с этой девушкой познакомимся. Он говорит, короче, не обманывай себя. Ты, ну, более чем нормально выглядишь. То есть не надо себе придумывать такую хрень, что с кем-то знакомиться, с кем-то нет, блядь. Да. Я просто с вами уже поговорил, чем вы занимаетесь, сколько вам лет там тогда. Ну, да, ну, каких-то 32 года. Каких-то, говорит. Всего лишь. Значит, что хотел просто уточнить. Вот какие тогда ресурсы, да, нужны от мужчины, грубо говоря, на стол вот общения, да, чтобы завоевать, чтобы было легко общаться, да, с девушкой, привлекать их. Разбудите меня, блядь, через 5 минут. Залип, короче. Я могу громче говорить. Не, я к тому, что ты думал, я думаю, я такой, знаешь, кижу, блядь. Это один раз я на турбазе в дикой молодости уснул с открытыми глазами, вот так на кровати, когда ноги вот здесь, ну на полу, а сам так. И я лежал с открытыми глазами, пока не пришел в себя, когда пацаны вот так по щекам бьют, говорят, блядь. Они думали, я сдох, короче. Это просто было этот алкогольное опьянение. Короче... Да какие? Нет, смотри, тут вопрос вообще правильно поставлен или нет. То есть получается... В общем, если тебе кайфово живется, в принципе, интересно, классно, радостно, там, и вот тебя устраивает то, что с тобой происходит, ну, как бы, если при этом ты еще умеешь разговаривать, общаться и понимаешь какие-то эти элементарные вещи, то есть позиции сверху, позиции снизу, ну, как больше ничего не надо. Непонятно? Не, ну, допустим, смотри, вот как у меня вот сегодня я видос выложил с утра, со вчерашнего дня его заливаю, блядь, про 2 клинических случая. Ну, то есть это вот у меня на последнем потоке в практике были вот эти мужики разные. И там мужик приехал, то есть он говорит, я, в принципе, я говорю, что в твоей жизни есть? Вот он говорит, я просто работаю и все. И говорит, стараюсь там задержаться, потому что, ну, мне домой неохота. То есть у человека, допустим, нет там друзей,
Я сейчас могу не про него, а просто про какой-то персонаж такой, знаешь, утрированный. Нет друзей, у него там работа какая-то, которому давно надоело. А, там, ну, то есть у него, в принципе, кроме работы и дома нет ничего. Ну, то есть я говорю, а что ты любишь там, а что ты кайфуешь? Ты можешь там просто в парке любишь мороженку пожрать или на самокате покататься, да, или в баню сходить, или там, не знаю, в шахматы поиграть, ну, все что угодно. У него, допустим, ничего этого нет. И он приходит, если даже вот на него вылить весь этот массив каких-то там фишек, технологий, все равно у него КПД будет намного ниже. Даже потому, что вот у него там есть нуждаемость, потому что женщина для него это вот единственный источник радости сейчас, ее одобрение или неодобрение, да, то есть получается, потому что если она скажет нет, он вернется в свою там ублюдскую жизнь, да, которая ему давно надоела. И то есть мы, естественно, учим человека там вот этим каким-то техническим моментом, но параллельно говорим, то есть если ты с этим ничего не сделаешь, ну, как бы вряд ли ты найдешь себе женщину, там, которая тебе нравится. Потому что нравится, как правило, и ему, и таким, как ты, и таким, как кто угодно. Ну, какая-то... То есть вам всем хочется там интересную, классную, сексуальную, красивую, ухоженную, там, чтобы она не была там какой-нибудь, там, не знаю. Ну, то есть хочется клевую, логично, да. То есть ей, соответственно, тоже. И просто, допустим, вот мы с тобой замутим там что-то, ну, как бы ты скажешь, вот, а я живу вот так. Или даже мы не замутим, потому что она будет в процессе свидания спрашивать, как ты живешь, и поймет, что, ну, блядь, вам просто не по пути. Поэтому тут как ресурсы, то есть ты сделай так, чтобы тебе в твоей жизни стало кайфово. Вот, и проблема у многих людей, что они с этим ничего не делают или думают, что, ну, так и должно быть. То есть они просто привыкают к какой-то нормальности, а она для них является, ну как, ну как я живу, хорошо живу, а как живу? Да никак, блядь. И потом, когда ты с этим всем, просто у всех это индивидуально, понимаешь, идешь общаться с женщиной, она понимает, что если сейчас она там тебя сольет, то ты сильно не расстроишься, ну будет неприятно, ты скажешь, да ну тебя нафиг, я пойду там, не знаю, в тренажерку, ну или что ты любишь, допустим, пойду это поделаю. И это на уровне какой-то энергии чувствуется. То есть она чувствует, когда мужчина подходит из дикой нуждаемости, либо из, ну, такого состояния, что, ну, как бы, мне круто, погнали вместе. Нет, ну, ладно, пошла в жопу, пойду к другой. И, понимаешь, ну, есть еще какие-то, конечно, базовые вещи, то есть, ну, нормально выглядеть, не в плане там, что вот сейчас как вопрос был, кстати, тут... Ну как, нормально, в смысле у тебя не торчат волосы из носа, потому что иногда, когда приходят такие люди, я думаю, а вы когда последний раз в зеркало себя смотрели? То есть у него волосы на носу больше, чем, не знаю, у меня на башке, понимаешь? У него там какие-то такие приходят. Есть и гламурные персонажи, но я сейчас говорю о крайностях, да, и есть вот такие, ну не знаю, там, или от тебя воняет потом, как от свиньи, то есть, ну понимаешь, то есть тут выглядишь ты нормально, умеешь разговаривать. Опять же, ну, это же ты просто человек, это же не попугай, чтобы его взять и научить разговаривать. Как правило, человек умеет разговаривать, когда он много общается, причем с какими-то интересными людьми, когда он впитывает какую-то информацию через книги, через там YouTube, через что-то соответствующую. Если ты будешь только смотреть, что было дальше, в целом, при всем моем положительном отношении к этой передаче, ну, вряд ли ты будешь интеллектуалом, понимаешь? Вот, то есть это нормальная речь, как бы это, в принципе, ну, как бы естественно, что как бы, если есть деньги, это лучше, чем если их нет. Но это не значит, что если у тебя сейчас их нет, ты такой, вот, еще одна отличная отмазка, чтобы ничего не делать. Кто-то писал ситуацию, да, на многих, вот, касается, может быть, даже моих коллег, да, в моей сфере, что там, ну, за тридцатку вот эта рутина, да, она съедает какие-то жизненные интересы. Ну, вот как вот этот мужчина, который сказал, ну, вот, дом, работа, и человек уже сам не понимает, может, да, а что ему пока в жизни. Ну тут тридцатка это очень такое. То есть, ну, она здесь ни при чем. Да. Просто это как принято так думать, что вот после тридцатки, там, не знаю, этот, как он называется, тестостерон, там все. Ну, то есть, вот люди так себе объяснили, понимаешь, но я знаю чуваков, которым под полтинник они там вот такие. Чуваков, которым 20, у них же 8 детей, там, ну не 8, конечно. И груз ответственности, и груз немало такой. Ну или то есть что-то такое. То есть возраст ни при чем. Ну, рутина затягивает тебя, и что?
Ну вот просто интересно, допустим, если на примере, ну условно, там, да, как он вышел из ситуации, как он расцветил свою жизнь? Нет, я ему сказал, например, что нужно именно ему делать, потому что он, ну опять же, пришел туда за женщинами, думая, что это сейчас даст ему какую-то радость. Вот. А оказывается, дело не в этом, понимаешь, то есть, ну как бы, ну женщина. То есть, если ты, в принципе, по жизни живешь какой-то унылой жизнью, ты и ей, как бы, ну, будешь неинтересен, ну, либо такой же маме, либо она вообще, как бы, ну, в нее не попадет. У них есть своя рутина, представляешь, вот она приехала с какого-нибудь своего, там, Саратова, то есть, сама молодец, там, работает каким-то начальником отдела, то есть, там, в какие-нибудь свои 27, ну, там, не знаю, любит на морюшко, как они говорят, уездить. Это у вас тут сел в тачку и поехал. А там надо же копить, лететь куда-то. Там ходит в зал, там качает жопу, не знаю, что она там качает. Учит там какой-нибудь «Абла испаньол», там, не знаю, ну, то есть, или английский, или что-то еще. Ну, то есть она как-то вот что-то вот шевелится, там, ходит с подруженцами куда-то, может, там иногда на какие-то концерты, выставки, не знаю, что-то еще. И тут приходит чувак, который... Я сейчас не в обиду таксистам, да, то есть, ну, которые, например, говорят, а я работаю в такси. Он говорит, а что ты еще делаешь? Ой, ничего, я с утра до вечера работаю в такси. То есть, ну, и, допустим, она, например, просто, опять же, всякие бывают случаи в жизни, она такая говорит, ну, хорошо, а что еще тебе нравится? Как правило, после такси сливаются. Не, ну, это, понимаешь, это и стереотип. И опять же, это показатель. Ко мне приходило много водителей, именно водителей разного плана, дальнобойщиков, таксистов, что-то еще. И они такие вот в массе своей были очень какие-то, знаешь, вот, ну, неинтересные по жизни люди, потому что вся его жизнь – это вот баранка. То есть это такая медитация, когда думать не надо, ничего. То есть ты раз там музыку включил или там рассказал, какие у нас там дороги плохие и так далее, с кем-то попиздел. То есть, ну вот. Так это звучит прикольно. Начало такое хорошее, да? Ты думаешь, блядь, стриптизер. Что-то, нет, значит, разговор зашел, и они давай меня там что-то грузить. Ну, в общем, я вырвал фразу там из контекста, и вроде того, что одна такая, типа, вот у вас какое образование, вроде того, что... Ну, и... А у нее какое образование? Я так понял, что она ожидала, что, типа, ну, там, что там, училище или школа. Ну, я говорю, типа, у меня высшее, там, закончила. Высшее шашлычное есть такое. И все, и она, оп, ну я понимаю, что она просила, как бы, такая, а что вы сразу, а что вы здесь работаете, там, что в такси пошли, ну, как бы. Ну, смотри, то есть есть определенный интерес к тебе, как бы, то есть она, раз она это тебя спрашивала, не просто так, вот поверь мне. Ну, там ситуация, мне кажется... Тебе кажется? Они там между собой просто что-то в это разговаривали. Тебя тёлки сами открывают, короче, причем говорят, алло, Вася, мы, не, ну, как бы, бля... Нормально все там, слышно? Нормально. Дай-ка я ее лучше. Да, не, ну естественно, блядь. Но она у меня выпала из ремня. Вот так сделаем. Хотя нет, блядь. Ну ладно. Давай я положу в карман, она будет ловить. Слышно? Да, да, хорошо. Вот, то есть. Ну, как бы, о чем мы? Они тебя открывают, то есть они говорят, что ты не похож на того чувака, который, то есть, ну, ты круче, это как комплимент. Понимаешь, если бы она сказала наоборот, слушай, ну ты вообще это... Там, но на тот момент мне показалось... Для таксиста ты слишком ублюдски выглядишь. Нет, она сказала наоборот, ты говоришь, для меня странно, что ты таксист, ну, то есть, типа, и ты с этим ничего не сделал. Сейчас приходят иногда такие моменты, типа, бля, вот может быть надо было. У нас так на практике постоянно, когда люди с полей возвращаются, начинают что-то рассказывать, а ты такой раз возвращаешь, типа, а как оно вот. Ну, потому что они мыслят пока еще очень так это, точечно. А когда ты им с другой стороны даешь посмотреть варианты, он такой, бля. Еще иногда мы просто человека берем и говорим, а что ты так рано ушел? Там, понимаешь, то есть он идет к девушке. Что-то там, привет, ну, особенно в первый день, когда их колбасит, там, привет, что-то. И ушел сразу. И, ну, он даже не смотрит туда, потому что ему страшно. Она в этот момент такая, знаешь, типа, это что было такое? Сейчас, типа, знаешь, это как вот ребенку показали игрушку и забрали. Я к тому, что мы их возвращаем, потому что он идет, думает, все, ну, там ничего нереально, вот я что-то сделал. А когда он приходит, вернется и возвращается с телефоном, он говорит, блядь, оказывается, это было так легко. Вот
села ко мне девушка, ну, вообще ядреная такая. Ядреная? Ну, я понял, это ваше местное какое-то. Классная такая, прям. Ну, я типа просто комплимент дам. Привет, там, классно выглядишь, все, еду. И она как-то так скупо ответила. Ну, честно, мне вот, я вот тебе рассказывал, что я там песню научился такой. Ну, при всем, при моем вот этом вот опыте, я как бы подумал, что она меня, ну, как бы так, ну, как, так как она мне ответила, я подумал, что она меня сливает. Ну, грубо говоря, просто ответила и все. А потом, блин, получилось так, что я смотрю это видео, ну, пересматриваю именно вот этот фрагмент. Она вот так сидела, да, я сейчас отвернусь. Она сидит вот такая, посмотрите, такая. Или как она там сидела? Ну, то есть и потом, постфактум, ты подумал, блин, надо было что-то продолжать. Ну, да. И поэтому, когда ты говоришь, что у тебя все нормально, вроде, это такой самообман сейчас просто жуткий. Ну, как бы, ну, если тебе удобно так думать, то это... Ты сейчас, если выйдешь на красную, сможешь подойти к любой женщине и пообщаться без проблем, взять телефон там и так далее? Ну, я думаю, смогу. Прям. Ну, тогда... Это я так думаю, опять же. Не, ну, я говорю, ты себя спроси, ты мне можешь не отвечать на этот вопрос. Просто если, допустим, у тебя там возникают какие-то... сильные сопротивления, то ну я бы не назвал это словом нормально. Но они есть, вот честно скажу, вот все равно. Но вот ты вот себе страх, это скажи мне. Ну. Нет, вот страх есть, и даже вот несмотря ни на что, там несмотря на то, ну я бы считал, что это нормально, то что вот этот страх он все равно должен. Нет, но он на, должен присутствовать, но это как не знаю. Ну хорошо, а что теперь делать-то с ним? Не жить теперь что ли? Нет, я вот. Ну, я тебе говорю, ты сейчас сможешь подойти? Блин, ну... Ну, да или нет просто, да, чё? Да. Ну, ладно. Я просто спросил. Ладно, мы там не договорили. Или договорили? Смотри, вопрос просто глубокий. Я скажу, почему я уделяю, да, вот тебя из многих очень. На самом деле, у меня Дима больше, да, вот, давал ссылки, потом мы там вот курсы... Смотрели. Подсадил тебя, короче, да. На эту дрянь. А, вот. И почему я уделяю? Потому что у тебя же просто, знаешь, набор техники. Да, у тебя ближе к жизни, а к тому, что ну, у мужчины есть свой путь, и именно прокачивая себя, да, ну вот, ты можешь больше, ну именно работая там с собой, не знаю. Многих наоборот там просто через чисто голая практика, ну нет вот этого, не знаю, как это правильно сказать, наставничество получено. Ну так не прикольно, но отправить тебя подходить тёлкам, мне кажется, это вот легко, да, то есть, а понять, почему у тебя там не получается или что там, не знаю, отношения не строятся, это уже совсем другое, так интереснее, понимаешь, ну мне с точки зрения моей работы, потому что я понимаю, что, так сказать, не в действиях дело, ну мы сейчас можем бомжа с Курского вокзала научить там, не знаю, обрабатывать возражения, еще что-то, и вот он сейчас пойдет туда, и что там, ну, да, ну это может быть не лучший пример. То есть, и что, сейчас все патриарши пруды просто будут это говорить. Боже, вы видели, кто тут ходит, бородатенький такой. Вы же там полячили на Патриках, да? Да. Ну, вот, знаешь, просто в чем посыл, ну, в чем мой, допустим, вопрос, да, такой. Прикликается то, что может быть не такая интересная жизнь, да. И иногда, допустим, я там лично да, пытаюсь ее исправить. И какой-то период все идет хорошо, но потом мотивация смещается, там уходит, да, вот такие качели, допустим, когда у тебя есть, все круто, там, да, во всех сферах абсолютно. Потом как-то хоп, она качнулась на другую сторону. Но... Некоторым людям надо расслабиться наоборот, понимаешь? Отпустить и не париться по поводу этого движения. Ну, отпусти, в чем вопрос-то? А как просто, ну, знаешь, внутреннюю получить стабильность, чтобы тебя постоянно штырило и была эта мотивация? А зачем тебе, чтобы тебя штырило? Мотивация к чему? Ну, смотри, к разным сферам, допустим, в карьере, да, когда ты на позитиве, то у тебя легко получается. Не, но тут изначально надо о понятиях договориться, что, то есть, ну, я считаю, это ошибочно думать, что в любые сферы твоей жизни тебя должны постоянно штырить. Ну, даже в любой работе, в бизнесе, где угодно. То есть, вот он на такси едет, там ему сейчас тёлка улыбнулась, его вштырило. Через час сел какой-то там ублюдок, то есть, не знаю, наблевал в машине, его расштырило. То есть, понимаешь, ну, это жизнь. И ожидать, что тебя каждый день будет во всех сферах вставлять, и ты будешь все делать на позитиве, то есть это тоже неправильно. Тут надо, наверное, с ожиданиями своими поработать. И с тем, что у тебя есть ощущение, что тебя должно все время штырить. Вот такие люди, они, как правило, подходят к девушкам, ну, там, если они пикапят. То есть только тогда, когда их штырит. Но мозг очень хитро устроен, он же у нас, это,
такой он, от хомячка, то есть, и он говорит, так, мне некомфортно туда идти. И я заметил, что он идет, когда его штырит. Дай-ка я ему каждый раз буду это, давать какую-нибудь грустиночку, как только он соберется туда идти, знакомиться. А ты такой, ой, что-то мне сегодня это, настроение нет. И не пойдешь, и мозг такой, yes. Как я управляю вот этим здоровенным мужиком. Да, такой, знаешь. Поэтому тут, ну, изначально надо забить на то, что тебя должно штырить. Ведь люди иногда делают, потому что, ну, то, что у тебя трое детей, и жрать им нечего, не знаю. Ты думаешь, этих людей, которые идут на работу за двадцатку, их штырит, что ли, каждый день? Эй, бля, сейчас пойду заработаю 20 тысяч в месяц. Потому что есть другие мотивы. Или там мама у тебя старенькая, ты говоришь, блин, ну, надо ее свозить куда-то там, не знаю, на море или в санаторий. Понимаешь, тут, ну... Ты говоришь, где искать мотивацию? Ну, блин, это у каждого своя мотивация. Просто, наверное, надо понять, что жизнь — это не маскарад с, там, с салютами постоянными. То есть, и когда ты это осознаешь, ты подумаешь, ну, не штырит меня. Прикинь, вот ты какие-нибудь там, бизнес-проекты делаешь, они у тебя ладно, не получаются, не получаются. Не, ну, ты же можешь почитать биографию любого какого-то там богатого чувака. Вот этого, как его, Джек Ма, что ли, этот, который... Кто там, Амазон или кто? Альбаба, а, да, то есть он же говорил, его даже в KFC работать не взяли, и, короче. То есть он раз как сколько-то обламывался, ты думаешь, что, его это штырило, что нет, он просто говорит, бля, я все равно не согласен, я пойду. То есть иногда это через преодоление идет. Тут с женщинами то же самое, понимаешь, если ты, как они говорят, эти пикаперы, я не в ресурсе. Слово-то какое, понимаешь? Я не в ресурсе. Чтобы не говорить, что я просто сыкливое, слабое говно, он выбрал слово «я не в ресурсе». Видишь, это звучит прикольнее. И которая сейчас просрала девушку какую-то, которая могла стать моей женой, допустим, матерью моих детей. Ну, я не в ресурсе. Ну, блядь. Вот, а. Вопрос хотел еще тоже. По вебинару тогда говорили, ты говорил, это более глубокая тема, лучше лично спросить. То есть, а как понять, что она та самая? Представился, это Дмитрий, Сочи, 29 лет. Да. Вот. То есть ты говорил, лучше это более глубже осветить позиции. Да, читал книгу. Вот. Не, ну надо понять сначала, какая она у тебя, ну, как трафарет, да, то есть, типа, у тебя есть какой-то трафарет, ты его прикладываешь и думаешь, о, вот здесь максимально подошло. То есть тогда, соответственно, ну, как бы есть универсальные моменты, а есть какой-то такой твой личный. То есть ты сам-то знаешь внутри, какая она та самая. Ну, как она должна выглядеть, что у нее там должно быть с характером, что не должно быть, что я приемлю, что не приемлю, это у тебя есть? Есть, да, то есть определенно, понятно, хорошо. Ну, если коротко, ты общаясь с девушкой, понимаешь, есть в ней это или нет. Как это понять, это уже другая история. То есть через правильные вопросы, через какие-то специально созданные ситуации. Вот, интересно. Ну, не знаю, ну, грубо говоря, тебе надо, чтобы она любила животных, для тебя это принципиально, потому что ты любишь животных, и если она их не любит, ну... Тебе уже будет. Ну, допустим, для тебя это важно. Не знаю, там взял котенка там, у друга, измазал его дерьмом, посадил это самое под балкон. Для меня важно, чтобы себя человек не выездной, нельзя там до предела РФ. Прям все классно, все круто, но девочки надо за границу там ехать. Тогда девочки хотят ездить за границу. Говорит, но ты не выездной, поэтому вот... Поэтому я с тобой сидеть, общаться, да, не буду. Бросай свою работу, то есть была такая ситуация, вот все, то есть все круто, но если вот ты готов ради этого для меня, то я все... То есть это, получается, они принимают... Такая интересная ситуация, кстати. Ну, тут, короче, смотри, вопрос, а, насколько она в тебя там прям вот влюблена, скажем так. Угу. Вопрос, б, вопрос ее ценностей. Ну, потому что для ее ценности отличаются от твоих, например. То есть, ну как? Может, ей хотелось... А тебе хотелось бы за границу? Мне бы самому не хотелось, потому что я шел к тому, что есть очень долго, вот, и то есть она говорит, то есть тебе не хочется за границу съездить, ну, если да. бы тебя сейчас отпустили? Возьмем круизный лайнер, она там работает, да, говорит, я там нашла тебе место, там, тоже, как некого инженера, там, на английском языке, там, все. То есть я шел к своей, там, ну, карьере. Не, ну просто вы, допустим, немножко там не совпали по ценностям. Она ж тебе, смотри, я просто вот если проанализировать, она ж тебе помогла. Не такая уж она и тварь, короче, то есть, потому что она не просто сказала так, ну, как любят женщины иногда делать, да, либо так, либо не так, вот, и ты думаешь, мне что с этим делать, то есть, она сделала какие-то движения в эту сторону, то есть, она тебе помогла, ну, как смогла, она говорит, я тебе нашла место, она узнала, подсуетилась и так далее,
Но, допустим, ты выбрал другое. Просто для нее, например, видимо, вот эта штука, она занимает какое-то одно из важных мест в жизни. Вот, тем более. Это не просто потому, что и там как сейчас мир такой, что тёлочке хочется на море. То есть это мечта детства. Вот. И, допустим, у нее есть в своей картине какой-то мужчина, которого она представляла, каким он должен быть, и у нее есть важнейшее качество, что вот он должен полностью там совпадать с моей мечтой детства, что он тоже вот путешествует, ну или что-то. Ты не совпал. Ну, блядь, опять же, мы не имеем права ее обвинять. Может так. Или ты хотел, чтобы услышать, что типа вот какая она плохая. Ну, у нее, как сказать, у каждого своя жизнь. Вот она выбрала так. Можно предположить, что если бы ты для нее что-то больше значил, ну, она могла бы от чего-то отказаться. Но, то есть, понимаешь, одно дело, когда ты никогда не была за границей, тут тебе представилась возможность поехать на море, ну, как бы мужчина важнее, она такая, да хер с ним, когда-нибудь вместе съездим, что-нибудь изменится, ты же там когда-нибудь на пенсию пойдешь и так далее. Другое дело, когда она жила в своей реальности, вот она там постоянно ездила, да, и тут она понимает, что из-за того, что здесь есть вот этот мужик, я должна отказываться от привычного, то есть ты не хочешь отказываться, да, от своей мечты, потому что ты к этому шел, и она не хочет, поэтому, видимо, вы не совпали, ну, что теперь ее это? Пускай я буду жалеть об этом, она говорит, всю жизнь, но я попробую то, что я хотела. То есть, ну, вот видишь, какая женщина целеустремленная оказалась. Ну, я бы хотел сказать, что на это согласишься, что они принимают меня таким, какой есть. То есть нет, она тебя принимает, просто у нее есть еще свое. То есть, допустим, ну как тебе объяснить? Ну, блин, я не знаю даже. Ну, например, там она ест там Сникерс, да, а ты Марс. Марс она не любит. Там она его всегда ела, этот Сникерс, тут, ну, не знаю, все круто, но ты Марс, короче. Ну, она может тебя принять, она может съесть там через силу еще как-то, но она все равно, как, грубо говоря, в этот момент внутренне себя обманывает. Она такая говорит, блин, я же Сникерс любил, блин, где орехи, сука, где орехи? Орехи где? Ну, то есть тебе сейчас что от этого легче станет, если ты подумаешь, что, короче, во всем виновата она, но не я. Ну, давай честно, ты зачем это спрашиваешь? Это сейчас как-то поможет ее вернуть? Это не поможет. Тогда вот сам себя спроси, зачем ты сейчас спрашиваешь об этом? Ну, я к этому, почему еще спрашиваю, то вот методика, да, вот это, Т10G и так далее, по умным словам. Все херня как. Ну, если ты тебе там, блядь, 12 лет, не знаю, то пожалуйста. Ну, вот эти умные фразы. Не, смотри, в чем прикол. То есть ты не можешь никак отпустить эту ситуацию, она тебя гложет. Она зацепила, да, меня. Женщина это или ситуация, когда тебя не приняли, это разные. В жизни приходится выбирать, мужик, смотри, то есть, ну, это же очевидно. То есть вот ну, тебя же никто не заставляет, есть выбор. Вот у тебя выбор номер раз, это вот то, что ты там военный, там, и вот нельзя туда-туда. Выбор номер два – женщина. Тоже вопрос каких-то твоих принципов. То есть, и у нее был выбор, она подумала, блин, как мне с ним классно, но там мне важнее. Ну, у вас у обоих по такой логике, короче, ценности семьи нет, ну, они на втором месте. Потому что, да, ну да, потому что если бы они были у тебя, ты бы сказал, ладно, в жопу эту работу, я же не дебил. Ну, был военный, стану моряком, там, допустим, да? И она бы сказала, там, нафиг эту хрень, стану женой военного. Понимаешь, если бы у вас у обоих была ценность, как бы, вот, семья. И тут другой вопрос, что, ну, как бы, если предположить, что вы сойдетесь... Ну, как бы, зачем тогда вы сойдетесь? То есть, ну, если вы сойдетесь в семью, значит, для вас семья должна быть главной ценностью. То есть, остальное все вот на втором месте. Поэтому, может, тогда и не надо. Ну, я так тоже думаю. Ну, а гложет тебя, потому что вышло не по-твоему, потому что, блядь, сейчас тебе очень хочется, чтобы она была в этой ситуации виновата. Но если тебе так приятно думать, пусть так. Просто так получилось. Ты выбрал свою работу, она выбрала свою работу. Вместо того, чтобы она выбрала тебя, ты выбрал ее. Вы оба как бы, ну, никто не виноват, понимаешь? И сейчас кому-то надо делать первый шаг. Это вот такой вот вопрос, типа, это, пусть она, не отпусти он. Ну, блядь, да, да. Ну, если у вас детский сад, то, не знаю, так никто его не сделает. Если ты, как бы, если тебе прям нравится там и все прочее. Но в ее случае проще, понимаешь? Потому что она может забить на этот пароход, пожить с тобой год здесь, как попробовать тест-драйв. И скажешь, да ну тебя в жопу, как бы, ну не понравилось что-то, и уйти обратно. А если ты сейчас уйдешь,
Я так понял, ну типа, в пароход то обратно тебя уже не возьму, ты там в эту воинскую часть стучишься. Пошел нахуй! Ну, опять же, вопрос выбора только, и все. Думай сам, что ты хочешь. Что для тебя важнее, вот и все.